Это лучший рецепт пиццы на сковороде. Она прям вообще прикольная. Для пиццы на сковороде мне понадобится лепешка, такая вот тортилья, немножко томатной пасты, небольшую щепотку итальянских трав, сыр, копченую колбаску салями, помидорка, снова сыр, и закрываю лепешкой, смазанной томатной пастой, итальянскими травами. Обжариваю с двух сторон на среднем огне. Так, пицца готова. Выглядит неплохо. А на вкус еще лучше. Обязательно приготовьте такую пиццу. Готовится несложно, быстро и легко. А получается, самое главное, очень-очень вкусно. И на вкус прям шикарная. А готовится 2 минуты. Поэтому пробуйте, готовьте, экспериментируйте. А всем, кому понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И впереди вас ждет много чего интересного. Всем пока!